Феномен развития теневой экономики актуален во многих странах мира, и Абхазия не исключение. Теневой сектор стал мощным фактором, влияющим на социальные, экономические и политические процессы, происходящие в республике, отметили участники семинара. Один из основных докладов «Роль государства в легализации теневой экономики в Абхазии» представила кандидат экономических наук Амрат Сужба. В своей работе ученый подчеркнула, что избежать сектора скрытой экономики в послевоенной Абхазии было крайне сложно. В это время теневая экономика обеспечивала доходами большую часть населения страны, то есть обеспечивала их, прямо можно сказать, средствами к существованию, выживанию. Однако последующие годы негативное влияние результатов теневой экономики – это неплатежи, уход от налогов, деформация социального поведения, дезорганизация процессов в официальной экономике все более усиливалось. И это влияло на возможность выполнения государством своих функций в полной мере. По экспертным оценкам ЦСИ, объемы теневого сектора в экономике нашей республики составляют около 50-55%. Такой показатель, достаточно высокий показатель доли теневой экономики ВВП, он затрудняет оценку, реальную оценку состояния и прогнозирования социально-экономических процессов, снижает эффективность системы государственного регулирования экономики, порождает и питает коррупцию и негативно влияет на имидж государства. Амрат Сужба также подчеркнула, что легализация экономики является одной из ключевых проблем социально-экономического развития государства. В рамках проводимых в этой сфере реформ одним из главных шагов должна стать детинизация – вывод основной части экономики из тени. Согласно разработанной ЦСИ стратегии социально-экономического развития до 2025 года, основным параметром на ближайшее десятилетие должен стать ее удельный вес в размере 20-25% ВВП. Амрат Сужба также отметила, что на сектор теневой экономики в Абхазии влияет и высокий уровень скрытой занятости. По данным Управления госстатистики, уровень занятых в экономике составляет около 30%. Однако значительная их доля, около 43% от занятых, приходится на непроизводственную сферу. Это здравоохранение, образование, наука, органы управления. И наиболее частым примером теневых трудовых отношений является бесконтрактный прием на основе устной договоренности, в результате чего работодатель предполагает сократить свои издержки, связанные с выплатой налогов и отчисления на социальное страхование. Также часто встречается и расхождение фактических и формальных условий приема на работу и оплаты труда. То есть, к примеру, работник подписывает договор при достаточно низком уровне оплаты, а реальные выплаты определяются устным соглашением, и таким образом серая зарплата может несколько раз превышать зарплату по ведомости. На семинаре обсудили проблемы энергоотрасли Абхазии. Как говорят специалисты, в энергосистеме республики складывается очень сложная ситуация. Существующих мощностей катастрофически не хватает для обеспечения возрастающих потребностей населения и экономики в целом. Сегодня уже довольно сложно подключать крупные объекты реального сектора экономики. Вот в связи с этим 2 года назад правительство решило пойти по пути ограничения нового вида энергозатратной деятельности по майнингу криптовалют, что является лишь краткосрочной отсрочкой технического кризиса в энергетике. Однако для решения данной проблемы был выбран путь полумер. Так, в 2018 году было принято постановление Кабинета министров Республики Абхазия 28 декабря о временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов, в котором утвержден запрет на майнинг криптовалют с использованием сетей Рубчерноморэнерго. Но при этом не был введен запрет на ввоз данного оборудования в Республику Абхазия. И фактически Рубчерноморэнерго осталось один на один с проблемой неконтролируемого увеличения подключаемых нелегальных мощностей с ограниченными рычагами воздействия, которые в основном сводились к физическому отключению выявленных нелегалов, что не мешало им в дальнейшем подключаться к нашим сетям снова. По мнению специалистов, такое положение дел привело к тому, что произошел неконтролируемый нелегальный рост числа криптоферм. Согласно экспертным оценкам Рубчерноморэнерго, на данный момент с учетом роста нагрузок в энергосистеме установленная суммарная мощность оборудования для майнинга составляет не менее 40-45 мегаватт.
Данная мощность при условии круглосуточного потребления в течение всего года способна потребить около 400 миллионов киловатт-часов. А это большая часть нашего прогнозируемого дефицита электроэнергии в Республике Абхазия. Так, прогнозируемый дефицит на оставшиеся месяцы 2020 года с учетом нашего потребления может составить 704 миллиона киловатт-часов. Руслан Кваржия также отметил, что ввиду регулярного увеличения нагрузок и отсутствия необходимых капитальных вложений за весь послевоенный период возникает риск работы энергосистемы в аварийном режиме. Из обсуждения сектора теневой экономики участники семинара перешли к теме коррупции и принятом законе о коррупции. Данный закон требует для своей реализации принятия ряда развивающих нормативно-правовых актов. К сожалению, мы забываем о такой превентивной мере предупреждения коррупции, как антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Бороться с уже совершенным преступлением, это, конечно, не так легко, но коррупцию надо пресекать на зачатке. То есть нормативно-правовые акты, которые регулируют общественные отношения, в них закладывается тот самый коррупциогенный фактор, о котором мы сейчас говорим. Как отмечали участники встречи, тема теневой экономики достаточно сложная. Изучать ее в рамках одной встречи практически невозможно. Однако вывод был сделан. Четкое соблюдение правил налогообложения при его упрощенной системе, пунктов, прописанных в антикоррупционном законе, и, конечно, добросовестность каждого гражданина республики. Соблюдение этих и других правил будет способствовать выведению из тени экономики. Гугуса Вардани, Алексей Баструков, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.